Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня и мы поиграем в Айзека Перерождение. Почему бы и нет, мы не такие лысые, как бы казалось. Как вы видите, один раз я уже убил мамашу. Давайте я начну заново, и так будет интереснее. Потому что для себя вот в этом слоте, так сказать, я просто тренировался и под чутким руководством одного человека немножечко проходил Айзека. Давайте заново начнем. Да, так у нас тут, давайте, новый забег. Видите, все у нас закрыты на данный момент. Мы заново сейчас начнем с Айзека. Да, будет, я думаю, так логичнее. Так, играю с геймпада, настроил, хоть он и не аналоговый Xbox-овский и не PlayStation-овский, но довольно-таки просто настроился в менюшке. Это меня, конечно же, радует. Так, ладненько, ну, неважно, куда мы пойдем. Мухи по кругу летухи. Мухи по кругу летухи. Так, о, золотая комната сразу. Бла-бла-бла. Так, подожди, что ты у нас даешь? Я вот не помню, что ты у нас... What the fuck? А, на одну комнату, на один раз ты у нас даешь только лазер. Да-да-да-да-да. Я и забыл уже. Эти глисты, блин. Умри. Всем прекрасно знаю. О, сердечко, неплохо. Всем прекрасно знаю. Ой, тут этих ненавижу. Мухи, фу-фу-фу. Блин. Он сейчас пауков наспавнит, пока я тут с мухами разбираюсь. Надо его быстро зафиксить. Еще раз. Хватит спавнить мух. Ой, пауков. Всех подряд. Хватит. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Всем прекрасно знаем историю Айзека, да? Он был маленьким мальчиком, рисовал, всего лишь был в штанишках, но его маме пришел голос из сверху, сказал, мол, надо забрать все игрушки и штанишки у нашего детеныша. Она это сделала, а потом она его закрыла, по этим же приказаниям закрыла в комнате. Айзек ужасно плакал и горячевал, но этого было не... О, золотой ключ сразу же? То есть у нас халявные ключи на все комнаты? Хе-хе-хей! Круто, слушай. Вот это халява. А ну пошли тогда сходим в комнату. Вот в эту. Ага, ну у нас денег нет, так что как бы не особо. Да, у нас тут донаторский появился некий аппарат, который можно донатить денежку будут открываться даже персонажики некоторые. А, все, это в этой комнате мы были. В этой комнате, ага, сейчас, нашли дурака. Я в этих комнатах, знаете, сколько жизни уже потерял? И что-то, так, кстати, у меня есть одна бомба и, скорее всего, золотая комната где-то тут. Ой, тайная комната. Нет? Странно. Я что-то думал, что тут. Действительно думал. Ну ладно. Ладно, к боссу. Кто у нас там? Серьезно, близнецы. Вот не люблю я их. Не так сразу. Давайте малого сначала убьем. Ах ты, сакура недоношенная. Да ты смотри. Ай-яй-яй. Тихо. Фу-фу-фу. Так, надо малого сначала убить, как мне кажется, потому что он быстро бегает. Оп. Хе-хе, обманули. Иди сюда. Хе-хе, обманули. Воу. Не надо так! Не надо так, устань! Правильно пошел, молоток. Так, надо малого быстро убить. Пол хп уже снесли, значит малому понты осталось. Да блин! Нет! Есть, малой я встал. Тихо. Воу, фу. Нет. Такие догонялки. Так, все. Фу. Ты устал, все, молодец.
Есть. О, апгрейд на хпшечку. Неплохо. Неплохо так. ХП плюс лок... Ну, короче, удача повышена. Ну, неплохо. И это хорошо. И это хорошо. Следующая комнатка. Следующая комнатка. Пошли сюда. Я их почему-то называю штурмовики, но реально у них бошки очень напоминают шлем штурмовика из Звездных войн. Ну такой грустный, глазки. О, ключик. Ну мне как бы и не нать. Мне бы бомбочку, было бы намного круче. Так, хорошо, идите сюда. Фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу от меня. О, золотая. А, кстати, не золотая, а обычная комната. Фак! А, этот ключ нам давался на один раз, что ли, блин. Ладно, не будем тратить. Я думал, он навсегда дается золотой ключ. Чё-то я так думал. Я так никогда не ошибался. Тихо, тихо, тихо. Блин, сам себя зажал. Фу-фу-фу. Еще один ключ. Не, зубастая комната. Ну, там может быть что-то хорошее, но может быть и ничего хорошего и не быть. Да, блин. Гребаный быстрый паук. Он очень быстро передвигается. Бомбочка, хорошо. Я заберу. Я, пожалуй, заберу. Блин, 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 блин. Тихо, 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 тихо. Не люблю попрыгунов. Попрыгунов. Уже босика нашли. Так, а золотую комнату мы так и не нашли, да? Золотую комнатку. Золотая комната, золотая. Кстати, вот здесь вот может быть тайная комната. Ну, давайте попробуем. Да как нет? Как нет? Она между трех стенок всегда была. Ну ладно, давай заходим. Один сундук. Тролль-бомбы. Шикарно. Я потратил сердце на тролль-бомбы. Жизнь боль. Когда скилла ноль. Фу-фу-фу. А, ну давайте золотой зайдем. Девы? Подожди, это вроде знак девы, да? Интересно, что они делают. You feel... Блин, я не смотрел туториал. Именно в Айзеке Перерождения добавили знаки зодиака. Много знаков. Ну, все знаки зодиака, я думаю, все 12, да? И некоторые из них довольно классные, дают эффект. Ну, мы стали девой. Мы стали маленькой девочкой Айзеком. Девочка Айзек. Маленькая девочка Айзек. Да. Не, я тратить хп на эту чушь не буду, на самом деле, потому что, ну, это просто бездарная трата хп была бы. Давайте... Так, денег у нас вообще что-то, вообще нету денег. Слушай, вообще, вообще, вообще. Ну, идем к боссу, что? Идем к боссу, 4 сердечка, я думаю, не особо, я сдохну сразу прям-таки. А кто знает, монстра. Не, ну, монстра должен быть нормально, нам не обойтись, не особо сложные. Монстр это такой, это легенький боссик, по идее, если не особо тупить. Так, прыгаешь. Тихо. У меня очень большой талант. Я очень умею ловить пули. То есть я прям как будто бы прям бегу иногда на них. Бомб жалко нету, я бы тебе бомбочку-то поставил. Вот прям под ногами только что капелька упала. Капелька упала на мою ладонь. Тихо, тихо, тихо. Монстр, ты, тебе пора умирать. Ты в курсе, что ты как бы не очень красивый перец? Не, не то, чтобы всем некрасивым перцем надо умирать, но ты уж очень какой-то никакой. Умирай. Time to die. О, сердечко, нормально. О. Нам открыли... о. Это круто. Сатана. Так, реген хп плюс еще одно хп. И сатана. Ну, сердечко, у меня много, что ты хочешь? О. Черное сердце, во-первых. Черное сердце вещь хорошая. Когда они кончаются, то комната полностью зачищается от мелких мобов. На самом деле большие, не знаю. Два сердца на вот этот крест. Блин, я не помню, что этот крест делает. Теоретически он два красных сердца забирает. Два красных будет четыре. Ну, да ладно, возьмем. Демон. О, я летать умею. Слушай, шикарно. Вот это хороший обмен, я считаю. Это неплохой, довольно-таки, обмен. Кстати, пока я здесь, раз я умею летать, вы знаете, что я хочу? Да, вы знаете, что я хочу. Раз я умею летать, почему бы этим и не воспользоваться?
Да, пилюльча. Неизвестный эффект и неизвестный эффект. О, сердца, неплохо таки. Неизвестный эффект. О, неплохо. О, хе-хе, хороший обмен. Хороший таки обмен. Кстати, теперь нам, по идее, сделка с ангелом не светит. Ну, по идее, когда вы не заключаете сделок с демоном, то у вас есть возможность заключить сделку с ангелом. Маленький шансик. Но я уже заключил сделку с демоном, и теперь, да. Теперь уже не светит ничего. Ой, блин, ненавижу вас. А, кстати, я умею летать, какого фига? Я же умею летать, я и забыл. Я умею летать. Вау. О, кстати, что там? Арена, на что? 2 золотых сундука. А смогу ли я второй открыть? У меня же ключ, по идее, пропал. Не, я не буду на это тратить. Ребята, воу. Чуть было сам не напрыгнул на мину. Сегодня не ваш день. Что там? Тролль-бомба? Тролль-бомба? Че у нас тут? Эй, золотое говно. Монетки! Монетюлечки! Да-да-да-да-да-да-да. Че у нас тут? Ха! Не поймаешь, не поймаешь. Так, а этот зеленый не взрывается? Я так мочу его, знаете, опрометчиво. Опарыши, блин. Нет, он батарейку даст. Дал, который перезаряжает наш скилл. О, золотая комната, кстати, с подключиком. Ой, ключик. Нормульток. Блин, зря я его взял. Я хотел... О, духи. А, духи, кажется, наш урон увеличивают, если я не ошибаюсь. Там иконка такая сейчас будет, что он... О, духи у меня в глазу будут торчать. Типа прыснул себе в глаз. Фиршот. Не, страх. Точно. Некоторые враги могут нас бояться. Вот, на них эффект страха попал. На некоторых. Вот эти желтенькие наши дают страх. Не, ну неплохой все равно скилл, когда меня боятся враги. Это все-таки тоже неплохо. Так, все зафиксили, умирай. Сердечко мне не надо, 2 бомбы я возьму, пожалуй. Ой, турельки, как я вас ненавижу. А, сердце. Есть. Вот это вот хорошо даже. Ну. Блин, как же тебя попасть? Да, давай. Лазь. Давай. Есть. Есть. Так, 1 ключ на магазин. 16 монет. Хотя, может быть, а ну. 15 монет, банка с пилюлями. А стоит ли оно того, банка с пилюлями? Ну ладно, давай. Юзанем. Ну давай. Неплохо. Ага, ее перезарядить. А там батарейка, кстати, где-то была. А ну, пошли, попробуем. Подействует, нет? Где-то тут батареечка была. Во, а ну. Хе. Неизвестный эффект. О. Ага, круто. Спасибо. Спасибо. Ну, забираем это уж лучше. Одну монетку подзадонатим. Ну, начало, скажем так, да? Так, черное сердце. О, пукан. Пукан, который нас боится. Гузно. Нет, видите, у нас ключи не бесконечные. У нас, видать, бесконечные ключи были чисто на тот уровень. О, золотой ключ.
Ой, золотой сундук. Ну, блин, бомба у нас 3. Пошлите проверим сначала, может, тайную комнату какую-нибудь. Тут несколько вариантов для этой комнаты. Нет, давайте с другой стороны куда-то проверим. Вот, допустим, здесь где-то, да? А ну. Нет, значит... Значит, где? А, ну давайте обойдем. Еще одну комнату, как минимум, мы не посмотрели. Вот эту нижнюю. Пукающие перцы. Давай, 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 умирай. О, сундучок с 2 ключами, неплохо. И давайте вот здесь проверим. Нет. О, а, это камень синий был. О, круто, неплохо. Блин, а, вон еще где может быть, да, тайная комната. Ну я хочу тайную комнату, слушайте, ну так нечестно. Я хочу. Вот здесь, значит, может быть еще. А ну. Нет. Ну и все, 3 бомбы потратили. Жизнь, боль. Так, нам сюда. Ну откроем тогда, у нас 4 ключа, откроем. Ну, неплохо обмен. Ну, вроде бы больше и мест нету, где можно было бы... Ладно, короче, к боссу пошли. Идем к боссику. Чуп. Чуп. Так, нормально. Тихо. Блин, он напугал. Ну, ничего, так действует эта штука пугающая. Иногда даже очень помогает. О, он от меня отстал. У него, правда, тролл-фейс такой смешной. Когда он какает ими. Так, блин, я тебя убью когда-нибудь или да? А, догнал. Смотри, да смотри, смотри, зажал. Слушай, вас слишком много. Я один, а вас вон сколько. Пошел вон. Пошел вон от меня. Пошел вон от меня. Кстати, следующее черное сердце. Если что, это всех убьет. Мелких. Да, как ты меня задел вообще? Я был очень далеко и очень аккуратен. Как по мне. Чуп. Отстань от меня. О, он своих ежей ест. Бомб у меня не... А, хотя подожди. Блин, бомба. А! Давай, 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 взорвись. Есть. Ну, хотя бы так. О. О, прикольно. Дамаг плюс. Неплохо, теперь у меня дамаг побольше. Ну, ладненько, в следующую комнатку. Так, в следующую комнатку. Что-то я не за... Я забыл совсем, что у меня бомбы есть. Вообще, просто. Из головы вылетело. Сразу... Ага, у меня много хп для этой комнаты, ладно. О, мини-боссик. Спавнящий бомбы. Почему тебя я бомбы не бью? Я понимаю, что это твои бомбы, но все же. Во-во-во-во-во-во. Че я начал как-то стрелять? Да умри ты. Карту мне дал, да? Кариот. Я не помню, что она дает. Наверное, бессмертие на эту комнату. Единорог. Ну, баф небольшой, да, на понты. Да, толку от этой карты. Иди отсюда, иди. Ненавижу вас, Сирунов. Умереть была команда. Ключик, спасибо. Так, сердечко, это круто. О, большие уровни. Ох, нифига себе. Хоть я летать умею, потому что это бы лабиринт, ну просто бы нереально для меня за пара был бы.
Так, иди сюда. Тихо-тихо, вот, блин. Стреляющие по кругу не очень как-то. Перцы такие. Так, еще где ты? И сколько тех... О, наконец-то. Красный сундук. Два паукана. Просто два паукана. Шикарно. Они сожрали мой лут. Где ты там? Но. Мелкий до усрачки, блин. Так, смотрим, что у нас тут. Только вот три хода, да? Воу, 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 воу. Что-то у вас с головами. В курсе? У вас что-то не то с башкой. Так, тихо, 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 тихо. Монетка. О, неплохо. Блин. Блин! Окружили демоны! Так, тихо, тихо, разбираемся. Есть. Давай. Хорошо. О, ключик у нас есть. Замечательно. Глаз. Я не помню, что он. То ли дамаг увеличит, то ли дальность. Плот. А, он просто рядом летает по комнате, по диагональке и уничтожает все. Да, это еще с первого Азика, точно, точно. Давно я в Азика не играл, так что не обессудьте. О, вот сволочи, идите в жо, 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 пу. Во, 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 во. Ну, страх вообще вещь. Реально вещь, страх. Страх ты ведь, блин, у меня тысяч сердца, я так заметил. Это очень плохо. А! Они просто за мной летают, не по диагонали, да? Окей, я понял. Да ёкарный бабай. Сам же подставляюсь. Император. Имперор. Честно говоря, не помню, что он дает. А, телепортирует сразу к боссу. Чуп! Ой, большая, маленькая комната. Очень маленькая комната. Так, тихо, 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 тихо. Блин, одно сердце, я сейчас подохну тут. Я бессмертный еще был на пару секунд, но это... Как говорится, ненадолго. Ну, чё бы можно разводить на атаке, по идее, да? Да, чё бы можно разводить на атаке. Так, один удар, все. Их! Кыш. Кыш. Все. Кусок мяса? ХП ап. О, нормально, одно сердечко. Так, я не догулял. Еще мы полекались. Неплохо. Так, толстопузики, кыш. Хорошо, мне их слизь не ранит, я летаю. Удачная сделка была с демоном, все-таки, как ни крути. А я почти дошел. Так, вот здесь может быть комната. Да, она везде может быть, блин. Не хочу одну бомбу тратить просто так. Три ключа, денег. Ну, посмотрим, что там хоть дается. Пушка синяя. Блин, помнить бы все эти предметы, честно говоря. Не знаю, стоит она там. Ну, ладно, посмотрим. Если будет 15 минут, я куплю. Почему бы и нет? Я не помню, что она там дает. Давайте... Воу-воу-воу, я тут подохнуть так могу. Блин. Прикольно, неуязвимость дает от ранения мне. Так, пилюльча. Да, я пукну. А, я этот... Да-да, феромоны, точно, точно, забыл.
Феромоны это называется вещь. Она задруживает всех в округе. Теоретически мы могли бы уже отправляться домой. Ну, то есть домой. Домой. В следующую комнатку. Ладно. Еще нижняя. Так, может быть, здесь что-то есть? Смотрим. Может, халява какая попадется. Так, вроде бы я все комнаты облутал, да? Обсмотрел. Сердечко мне не надо. Это, а, вот, вот это еще комната. Ой-ой-ой. Очень много пауканов. Очень много пауканчиков. И карту. О, удваивает сердца. Ну, в плане, хилит меня на 2 сердца. Я почетерю. Стану на то место, где меня достать не могут. Это нечестно, я знаю, но это я такой. Ну, куда ты ускакал? Вызывает смерть, убивает противников, вроде бы, да, на локации. Что такое? Не достаешь, да? Паукан. Не будь таким, такой сволочью. Так, ну одна бомба, я ее тратить не буду. Я даже не знаю, давайте лучше сердца возьмем. Или демона взять. Я не помню, демон точно. Не, давайте сердца. Хилит нас на 2 сердца обратно. Уж лучше это. Тут что у нас? А, пол сердца. Тут мы уже были. Ну все, идем к боссику. Точнее, в следующий уровень. 4-й уже получается, да, он. Ладно, тратить одну бомбу не буду. А, кстати, можно было бы купить эту штучку, да? Да. Ну, давайте возьмем. Что ты делаешь у нас? У нас... А, вроде он бомбы кидает, да? Но этот один раз он стреляет. 15 монет я потратил, блин. Не знаю на что. Convert you... Что? You soul. Soil. Soil. Нет, давайте лучше это. Ну, 15 монет так 15 монет. Обида, конечно, ну ладно. Вот, блин, застрял банк донаторский. Ладно, улетаем отсюда. И все. Это что за комната? Предпоследняя перед мамой. Нифига. Нифига я дал жару. Так, что у нас тут? 2 сундука, не думаю. Причем обычных. Нет, топыри. Бляха-муха, сволочи. Ненавижу их. Ага. Тут у нас что? Ух, ни хрена. Хрена себе. Пауканчик дал жар. Мозги. Да ёкарный бабай. Монетка. Костер, который нас может поранить. Тушись. Тухни. А интересно, костер, теоретически он как враг является, да? И теоретически он может что? Испугаться нас, если черные слезы. Ой, черные слезы. Слезы страха. Это малыш за мной бегает? Что ли, да? Я был как-то в забеге, собрал 4 малыша. Скрипгод. И ты со мной всегда? Миняйзик. Ну, побудь, я не знаю, что ты делаешь. Возможно, ты как-то помогаешь. Он идет на врага. Он рядом стоит. Бляха-муха. Ну, ты просто рядом стоит. Может, он дроп хоть собирает? Было бы хоть какая-то польза. Сомнительная, правда. Ауч.
Нет, дроп он точно не соберет. Я потратил черное сердце просто зря. Смотря на этого, блин, идиота. Нахрена я его взял? Мне только будет мешаться. Глаз мозолить. О, слушай. А, они... Ой, классно, он на себя отвлекает. Вот это шикарный перец. Он на себя отвлекает этих чувачков. Слушай, действительно неплохо. Да-да, на самом деле неплохо, на себя отвлекает. Хе-хе. О, дерьмище. Теоретически здесь они меня трогать не могут. Я могу вот здесь вот встать и тупо уничтожать. Это крайняя комната. Что такое, не достало? Ну ты и говно. Ну ты и говно. Печально, когда ты по жизни говно. Сундучок. Ну, тоже неплохо. Магазина здесь я еще не находил, вроде бы, да? На этой локе. Так, 4 сердца. Ну, пока живем еще. Плохо, конечно. Лапку Гимпи было бы неплохо найти. Ой, блин, я этих ненавижу. Они только сзади атакуются. Остался еще один. Есть. О, сундук, в котором есть еще один сундук, в котором карточка. А, не, подожди, это шоколадная плитка, мы срём говном. What the fuck? What the fuck? О, штурмовики. Слушай, а он бессмертный, я так понимаю, да, этот чувак мой? Штурмовики, которые превращаются... Есть шанс превратиться в костометчиков. Да ё-моё! Как ты меня вообще задел? Я же вроде увернулся. Мухи. Наверное, это у нас шоколадка или что-то... Или этот чувак дает. Наверное, шоколадка. Что есть возможность, что превратится моб в другого моба. Хреново. Не очень хорошо. Тихо. Да ё-моё. Так, надо на более большую площадку тебя выманить как-нибудь. Ты очень какой-то неудобный враг. Ужасно неудобный враг. Бить тебя так. Вроде здесь ничего не выпало больше, да? Ну давай в эту комнату пойдем. Ага, видал я такие комнаты. Но меня шипы, по идее, не ранят. Нет, тут мне ничего не надо. Подлые комнаты, конечно. А, да ты смотри. Как? А, они в него стреляют, смотри. Не, очень даже неплохо, что он на себя отвлекает. Внимание, и еще и моя штука это ранит его. Летающий глаз. Воу, дерьмо, опять ты. Дерьмо случается. Меня говно боится. Печально, что когда тебя даже говно боится. Давай. Говно, лопайся уже, ну. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, я похилился на сердечко. Блин, похилился или на пол сердечка. Тихо. Сам понасирал же ж тут. Хотя тут тоже была куча говна. О, шикарно. Так, я так и не нашел еще золотую комнату до сих пор, да?
Где бы она может быть? Шикарно. Так, синих камней нет? Вроде бы нет. Комната, золотая комната. 11 монеточек, нет смысла. А, подожди, я находил золотую комнату. Я в ней уже был вроде, да? Я вот не помню, честно говоря. Мир такой большой, скорее всего, был. Ну да, я этого отвлекающего нашел. Забыл. Совершенно забыл. Ну что ж, к боссику только осталось. Так, не сюда. Не сюда. Два ключа, три бомбы. Ну, давайте попробуем вот здесь поставить. Нет. Ну, еще одну бомбу тогда потратим вот здесь. Попробуем. Да. Пилюльчи. Неизвестно. Феромоны. И, о, это неплохо. Это неплохо. Неизвестно. О, два черных сердца. Ну, серых сердца. И феромоны, да? Не, лучше уж вот это. Хотя феромоны... Они на время. Нафиг, 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 нафиг. Ну, неплохой обмен. Одна бомба на удачу и два сердца. Ну что, понеслась. О, the gate, ворота, врата. Я, честно говоря, никогда их не встречал. Ох, нифига себе. Меня даже врата боятся. Да ё-моё. Я думаю, убью. Думаю, что убью. Так, капец. Да ё-моё, иди отсюда! Сосранец прыгающий! Так, добиваем. Нормально. Бессмертность немножко мне помогла. Шикарно. Урон вроде, да? Дэмэдж и... Да, и дальность. Да, вылетают такие красные у нас теперь. Ну, действительно неплохо. Действительно неплохо. Сотоны не было. Мамаша, уровень с мамашей, товарищи. В первом же забеге уровень с мамашей. Аркада, надо еще бы денег. Аркада как-то неохота. Что вы, уродцы? Не достанете меня тут, да? Ключик. Я сам возьму, не трогать. О, тентакли. Костер. Блин, я совсем забыл про этот костер. Да, бляха-муха. Тентакли. Окей, дальше. Мама, где ты, где ты, где ты, где ты? Воу, это было близко. Да, ё, как я тебе... Меня... Она выкинула меня? Ого, ого, она меня перекинула. Где? Воу, 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 воу. Да, капец. Когда она меня так ловит, типа... Так, так, где, где, где? Есть еще одна рука осталась. Все. Бомба. Пол сердца. Ну, сейчас мне его собьют. Умереть. Умереть была команда. Фига себе, он стреляет. Точнее, прыгает. Я что-то не обращал внимания, чтобы он не так прыгали раньше. Большие-то. Еще один где-то. Так. Монетка. О, классно, полсердца.
Блин, мини-босс. У меня дамага достаточно много. Может, мне это поможет? А может быть и нет. Так, бойся меня, бойся меня. А. Блин, я использовал карту. Я случайно. Я путаюсь в этом джойстике немножко еще пока. Управление джойстиком. В обычном Айзека я играл с клавы. Да капец. Сам себя, блин, подставляю. И это еще не босс, это еще не мама. Как я маму буду валить, я без понятия, если честно. Тихо, ключик. Халява. Чуб. Два чуба. На самом деле для меня это читерская немножко комната, ибо я летаю. О, 28 монет. Слушайте, стоит пойти на аркаду, наверное. Или что-то подобное. Да. На самом деле очень спасает страх. Так, один есть. Еще один остался. Так, лопайся. Ничего с тебя не выпало, да? Жаль. Может, с комнаты что-то выпадет. Да умри ты. Сколько у тебя хп-то? Червь. Пол сердца. Ну, и на этом спасибо, как говорится. Так. Арена закрыта. Надо меньше сердец, по всей видимости. Опять мини-босс. Вы прикалываетесь? Вау, вы тоже летаете. Так нечестно. По диагонали всегда, да? Но пол сердца я еще потратил, это не страшно. Так, о, как раз пол сердца, спасибо. Мог бы и не заходить я сюда, но я бы не прошел дальше. Так, говнецо, может, что понасирали вкусное? Как это звучало? Фиксят, фиксят моего малыша. Не, малыш молоток вообще, на самом деле. Он хорошо отвлекает на внимание. Сундучок, тролль-бомба. О, хе-хе, спасибо, тролль-бомба. Сердца, шикарно. Шикарно. Спасибо. Но не стоит, у меня всего одна бомба. Всего одна бомбочка. Так. Опять ключей. Ватная фигня. Ватная фигня. Так, а я не нашел золотую комнату вроде бы. Я вроде бы не нашел золотую комнату до сих пор. А, кстати... это супер тайная комната, кстати, сейчас была. Ух ты, прикольно. Ну, у меня одна бомба, я ее тратить не буду просто так. И... ладно, мы еще не нашли магазин. И золотых комнат, и вообще все не нашли еще. Хорошо, что взорвались ни меня, ни Раня. Синее пламя? What the fuck? Где там еще? Где ты? Еще не все.
Где-то еще один. Где ты? Я не хочу, чтобы он меня ранил. Ох, нифига, у меня монет. Мне точно надо в магазин. Такие враги мне на самом деле впервые встречаются. Невидимки, блин. Враги-невидимки. Хватит срать. Всю комнату уже засрал, Айзек. Ключ, а ну, что в магазине? Компас, нафиг мне уже, это последний уровень. Нафиг мне компас. Или ключ за 5 монет. О, золотая комната. Я что-то сразу не заметил. Это что? Upgrade cable. Что? Что он со мной сделал? Блин, надо вики почитать немного. Не, пукал я и раньше. Блин, ну почему это так звучит стрёмно? Пукал я и раньше. Блин, у меня 40 монет. Это такая обида с 40 монетами идти куда-то. Так, тут я везде был, да, вроде бы? Тут я везде вроде бы был. Я уже забыл, если честно. О, у меня три... А, аркада, аркада. О, хорошо. Давайте, играем. Сердце, хорошо. Пилюля, хорошо. Это лечит нас вроде бы. Пилюля. Пол сердца, хорошо. Я пойду пораню сейчас, пойду. Раз, два, три. Вкусно. Поиграем. Слушайте, вы заметили? Я был неуязвим. И все равно... Вот это круто было сейчас. Пилюльча. Что ты даешь? Неизвестный эффект. О, health up. Прикольно. Я на время становлюсь демоном каким-то одноглазым. Так, ну мне все равно деньги некуда девать. А, у меня рандомные эффекты теперь даются. Блин. Блин, это не то чтобы и хорошо. У меня вот... Я не могу в менюшку зайти. Так, ладно, тратим монеты. Короче, играть, не переиграть. Не... Блин, телепортирует меня. Я здесь был! Зачем? Сволочь! Блин, играть, не переиграть мне теперь. Там куча просто, нереально много. Всякой всячинки. 30 монет. Подохни. Мухьё. Сердечко, спасибо. Еще одна. Идемте в зубастую комнату сходим. Вау. Вау, вау, вау. Мы берем все. Бляха-муха, ты сакура недоразвитая. А почему я не пора... А, я же летаю, потому я и не поранился. Еще и сундук, в котором две пулюли. Damage up. Прикольно. Bells of steel. Шары стали? What the fuck? Это спасибо. Ох, нифига. Больше хп... Блин, я поранился. Какое сердце я потрачу? Ага, хорошо. Давайте еще. Офигеть, смотрите, у меня неуязвимость. Я трачу, смотри. Ха-ха. Читерно, читерно, конечно. А, это меня лечит время от времени, да? Ну давайте, пока мы тут полечимся. Не знаю, это последняя комната, может, он мне что вкусное даст. Играем.
давай. Да задолбал ты уже. Нифига вообще не выпадает. Главное не забыть потом. Мы так сломаем сейчас аппарат, не? Куча сердец. Плюльча. Хелса. О, круто. Вот это круто. И... играем, играем, играем. Еще. О, Лазаруса открыл. Фига себе. Ну, дай бог. Дай бог, мама. Дай боже. Три монетки осталось. Две бомбы. Пилюльча. Телепилюля. В рандомное место она нас вроде телепортирует. Так, все. Ну и... давай с тобой играем. Два сердца. Ну, прощай, парниш. Куча сердец, просто нереальное количество сердец. Так, давайте вот это заберем, наверное. Оно как раз перезаряжено. Телепилюля, куда ты меня портанешь? Спасибо. Спасибо. Я не знаю зачем, но я возьму это обратно. А, подожди, это нас увеличивает ХП или что? Я не помню. Или просто лечит? Оно нам увеличило ХП, но забрало дофигища просто. Хорошо тут сердец... блин, мне реально сейчас очень повезло. Это просто нереально, как мне повезло. Давайте попробуем бомбу. У нас есть благо. Ну, мы тут находили вроде комнату. О! Блин, шикарно. Золотое говно. Золотое говнецо. Золотое говнецо. Блин, я уже наигрался. Давайте, ладно. 16 монет. Так, куда нам? Не сюда. Сюда. Так, ну что ж, мамаша. Где я помру? Быстро, кстати. Помру. О. Нет, нельзя. Давайте попробуем. Там деньги. Почему бы и нет? Нам их некуда, правда, тратить, а так прикольно, конечно. Ну что ж, помираем от мамаши. Айзек! Воу, 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 воу. Где, 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 где Айзек? Где? Где, 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 где Айзек? Где? Где? Меня мама боится даже. Блин, своими руками. Воу. Так, тихо. Воу, воу, это было близко. Так, тихо. Ой. Дай мне маму. Есть. Так, тихо. Где? Тихо-тихо, нога. Да ё-моё. Не, я должен убить ее. Я обязан просто убить ее с первого раза. У меня дэмэдж хоть и большой, но он какой-то очень маленький. Слова великих людей, блин. Великих! Серьезно? Ух ты ж, ё-моё, чуть сам не напоролся. Айзек!
Хорошо, у меня этот отвлекающий есть. Блин, он реально спасает порой. Где, 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 Айзек? Да ё-моё, я иногда на пол просто не смотрю, и это меня просто убивает. Так, это мой. Давай. Давай, я смогу. Я смогу, чуть-чуть осталось. Ну, где? Где нога? Где нога? Воу, воу, воу. Есть. Да. Убил мамашу. С первого, мать его, раза. Да, хотела его убить. Но тут Библия упала на голову. Только тогда победил Айзек маму. Юпи! Опа. И теперь нам открыта утроба. Мы прошли игру. Ну, как бы часть игры. Мне открыли 4 садика апокалипсиса, открыты некоторые предметы, но это все мы узнаем в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Не зря я все-таки тренировался. Вот видите, с первого раза, грубо говоря, с первого забега сразу до мамы дошел. Огромнейшее всем спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте и группу в Стиме. А всем вам удачи, до скорого и пока!